У Императорского моста идет капитальный ремонт ливневой канализации. В связи с необходимостью проведения земляных работ, движение транспортных средств на подъезде к переправе через Волгу с правой стороны временно ограничено. Компания-подрядчик вначале заменит все старые железнобетонные лотки и приемную решетку ливневки гирлянды с северной стороны дороги. Затем повторит ту же операцию с южной стороны. Капремонт необходим для повышения уровня безопасности дорожного движения и качества отведения поверхностных вод с дамбы подъезда к переправе. На время ремонта по обеим сторонам дороги ограничен скоростной режим, а также запрещен обгон.